Проверить таксистов в Якутии на грубые нарушения намерены сотрудники ГАИ. Водители подстерегают в случайных местах, чтобы проверить пакет документов. У законопослушного таксиста должны быть водительское удостоверение категории «Б» со стажем от 3 лет, свидетельство о регистрации машины, действующая страховка, путевой лист с отметками о предрейсовом техосмотре и разрешение на перевозку пассажиров. Профилактическую акцию «Таксист» проводят с целью предотвращения ДТП на дорогах республики. За 6 месяцев этого года на дорогах республики зарегистрировано 20 ДТП с участием водителей легковых такси. В них погиб 1 человек и 26 людей получили травмы. Распознать такси в Мирном непросто. Большая часть водителей не используют опознавательные шашечки. Поэтому протокол инспекторы составляют на основе показаний пассажиров. Штраф за отсутствие документов от 2 до 2,5 тысяч рублей. А вот разрешение на перевозку можно получить в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства.